Сейчас мы уже и с предпринимателями работаем, и с Донецка приезжают торговые объекты для того, чтобы наладить какую-то минимальную торговлю. Вот сейчас спасибо помогли с выдачей хлеба, и мы планируем организовать ежедневную поставку хлеба в Мариуполь с дальнейшей логистикой по районам наиболее нуждающимся в питании, да, в данном случае в хлебе, потому что есть районы только недавно, в которых тишина восстановилась, и люди еще не привыкли к тому, что, что тихо, не привыкли к тому, что можно выходить, но тем не менее уже подходят, спрашивают, как можно организовать питание, как можно организовать вывоз гуманитарный.